Один день улицы Заречного патрулировал пензенский мотополицейский. Госавтоинспектор напоминал водителям двухколесного транспорта о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Сотрудник специального отряда ГИБДД вместе с зареченскими коллегами принял участие в акции по профилактике дорожно-транспортных происшествий. За ближайшее время уже 5 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому надо оказать помощь. Он мобильный, скоростнее, и у него уже есть опыт, как работать в этом направлении, потому что они ездят не только по городу Заречным, по городу Пензе, также в разные районы Пензенской области. В Заречном немало водителей мототранспорта. Максим Базанов и Инна Трофимова любят погонять на мотоциклах, участвуют в различных соревнованиях. Но молодые люди уверены, одно дело специальная гоночная трасса и совсем другое – городская улица. Здесь главный закон – неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. В первую очередь безопасность, потому что двухколесный он еще опаснее, чем четырехколесный. Более маневренный, маленький, его сложно заметить. Зона торможения больше намного. Да, два колеса не хотят останавливаться. Да, и их не так сильно любят на дорогах особенно, да и после зимы, да и в общем. И как бы лучше скоростной режим держать. Правила дорожного движения должны соблюдать абсолютно все – и пешеходы, и велосипедисты, и мотоциклисты, и автомобилисты. Любое нарушение может стать причиной трагедии. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».